Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Обновление Telegram до версии 7.5 содержит 4 новые фишки, которые сегодня мы и рассмотрим. Досмотрите это видео до конца, чтобы по достоинству оценить нововведение Telegram. Перед тем, как начать, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. И если вы готовы, тогда погнали! Первая фишка – это автоудаление сообщений. Теперь можно настроить автоматическое удаление сообщений для всех участников чата через 24 часа или через 7 дней после отправки. Автоматическое удаление включается в личных чатах, в группах и в каналах, где у вас есть права админа. Чтобы включить автоудаление, значит, заходим в любой чат, нажимаем на сообщение, которое вы хотите удалить, дальше выбираем «Выбрать». После этого в левом верхнем углу нажимаем «Очистить канал». Дальше выбираем «Настроить автоудаление» и выбираем период времени, после истечения которого сообщение будет удалено с чата или с канала. И нажимаем «Готово». Вторая фишка заключается в том, что теперь можно настроить, как долго будет работать пригласительная ссылка и сколько человек смогут по ней вступить в группу или в канал. Для управления ссылками перейдите в профиль группы или канала. Дальше выбираем «Изменить» в правом верхнем углу и выбираем «Пригласительные ссылки». Здесь вы можете создать QR-код путем нажатия на три точки и получить QR-код. Пользователям достаточно будет навести на него камеру телефона, чтобы присоединиться к группе или каналу. Если нажать «Создать ссылку», здесь вы можете выбрать ограничение по времени действия ссылки, а также можно выбрать ограничение по числу участников. После этого нажимаем «Создать» и выбираем ссылочку и нажимаем «Поделиться». Следующая фишка Telegram 7.5. Если у вас iPhone с операционной системой iOS 14, вы можете сделать виджет на главный экран вашего устройства и следить за важными чатами прямо с экрана iPhone. Для того, чтобы добавить виджет, нажимаем на пустом месте экрана вашего iPhone. Дальше нажимаем плюсик. Здесь выбираем Telegram. Можно выбрать вот такое отображение, можно такого типа. Нажимаем «Добавить виджет». После этого нажимаем на сам виджет и удерживаем. И выбираем «Изменить виджет» и настраиваем виджет под себя. Вот таким образом можно настроить виджет на главном экране вашего iPhone. И четвертая фишка Telegram 7.5. Это группы с неограниченным числом участников. На сегодняшний день максимальное количество участников Telegram разрешено до 200 тысяч участников. Однако теперь можно преобразовать группы для трансляции с неограниченным числом участников. Пожалуй, на этом все. Напишите в комментариях, как вам новые фишки Telegram. Обязательно подписываемся на мой канал, оцениваем видео лайком. Есть вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем удачи и пока-пока.